Здравствуйте, зрители моего канала. Здравствуйте. Мы сегодня будем отвечать на вопросы. Кто правильнее ответит в комментариях, тот молодец. Ну и подпишусь еще. Я хочу спросить, кто правильно ответит? Неинтересно. Кто правильно ответит вот в этих, ну как называется, комментариях. Просто интересно. Давайте сегодня ответим на вопросы. Да. И сегодня мы ответим на вопросы. Первый вопрос будет. Это будет, бывает гроза зимой или не бывает? Бывает зимой гроза, ну, каких-то раз 100 лет там гроза, в раз 10 лет. Бывает гроза зимой, такие молнии, бывает зимой? Зимой такие молнии бывает? Гроза в виде крупы, ну, гроза зимой бывает? Я выключаю, а вы думаете. Я голос сейчас выключу. Two, one, go, three. Наверное, вы уже закончили отвечать на этот вопрос. Вам хватило одной минуты. А здесь посложнее. Бывает дождь? Красный дождь. Бывает или нет? Такой красноватый дождь. Во всех странах. Бывает в какой-то стране красный дождь. В другой стране дождь. Бывает в каких-то странах красный дождь. Ну, где-то был. Ну, а потом буду отвечать, кто набрал больше баллов, кто правильнее ответил. Бывает красный дождь или не бывает? Отвечайте. Так, ладно. Теперь я отвечу на вопрос. Бывает дождь, зеленый дождь. Бывает зеленый дождь. Вот бывает дождь. Может случиться зеленый дождь или не может случиться дождь зеленый? Я просто спрашиваю. Может случиться зеленый дождь? Ну, когда-то случится. Через 100 там лет. Может зеленый случиться дождь? Зеленый дождь. Может случиться? Дождь зеленого дождя, такой зеленоватого дождя, все. Так, следующий вопрос. Бывает черный дождь? Вопросы будут очень трудные. Бывает дождь черный дождь? Бывает черный дождь? Но это простой уже ответ. Бывает дождь черный или не бывает дождь черный? Черный дождь бывает или не бывает? Давайте, отвечайте. Three, two, one, go, three. Так, мы ответили, бывает дождь черный или не бывает. Теперь мы ответим на вопрос, бывает белый дождь? Бывает белый дождь? В какой-то стране был белый дождь или не было белого дождя? Вот по всей земле спрашиваю, бывает белый дождь? Бывает белый дождь? Бывает или не бывает белый дождь? Все, вы ответили на все вопросы. И после еще один вопрос. Какая самая ядовитая гусеница? Это в клатче такая гусеницу увидел. Вот ее фотка. Еще хочу одну спросить. Бывает град ночью? Бывает град ночью? И
Угадайте, какой мой пупыт? Круглый или квадратный? Угадайте, какой у меня пупыт? Круглый и квадратный. Любой пишите, квадратный или круглый. Вот, какой у меня пупыт. Это пупыт означает, ну, тыкать, то есть тыкать. Вот так, тык-тык-тык-тык-тык-тык. И еще угадайте, какой у меня марка телефона. Какая марка телефона у меня? Все пишите, если никто не угадает, ну просто круто будет. Ну все, всем пока.